Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас интереснейшие покупочки в Валберес, Озон и Яндекс.Маркет. Итак, поехали. Покупочка Озон – это топ. Решила обновить свои топы и базы и остановиться на тех, которые многие рекомендуют. Это Art Studio. Они представлены только на Озон, на Валберес их больше нигде нет, не нашла. Это финишное покрытие без липкого слоя. Топ 10 мл. Сейчас открою, покажу. Очень хвалят этот бренд. Планирую потом еще гель-лак подкупить. Давайте смотреть. Еле закрутили, аж еле вскрыла. Смотрите, как красиво. Вот это все выбито, как будто на железе. И как он выглядит. Самовыравнивающийся, должен быть густой. И по отзывам долго ноготочки блестят. Прям густой, густой такой видно. Капелька ровненько так стекает. Должен и выравнивать хорошо. Попробуем, потом расскажу. Покупочка Озон, и здесь у меня эко-порошок Оливетти. Особенно интересно будет тем, кто любит эко-продукцию, кому важна безопасность. Ну и цена, кстати, у порошка очень бюджетная, прям одна стирка выходит реально дешево. Здесь целых 1,5 кг, почему выбор, собственно говоря, пал на него. Я купила для цветных и темных тканей, есть различные отдушки у бренда, есть и для белых тканей. И в чем его особенность? Во-первых, очень хорошие отзывы, понравилось. Сейчас многие ищут экономичные средства для стирки, потому что многие бренды задрали цены. И вот здесь цена вообще, ну, я бы даже сказала, дешево. Здесь 50 стирок, 1,5 кг, это концентрат. Это концентрат гипоаллергенный и безопасный. Собственно говоря, фишка здесь в чем? Здесь в составе чернила каракатица. Что это такое? Этот ингредиент активирует кислород, и отбеливание происходит лучше, чем, допустим, токсичный тайд, который добавляют в обычные порошки. Он токсичный, он опасный и может нанести вред здоровью и окружающему миру. Здесь именно компонент природного происхождения очень круто работает как на цветных, так и на белых тканях. Белые он отбеливает благодаря активации кислорода, а цветные ткани не повреждает и делает, наоборот, их ярче. Я вам покажу всю информацию, защиту ткани от потери цвета. Также здесь есть кондиционирующая добавка для ткани. Суперконцентрат, да, 1,5 кг хватает на 50 стирок. Формула Оливетти классические энзимы, аминокислоты, чернил, каракатицы. Также в составе есть натуральные ингредиенты прямиком из Италии, без какой-либо вредной химии. Так, смотрите, дальше вам показываю. Он подходит и для ручной стирки, и для автоматической стирки. Здесь биоразлагаемые натуральные компоненты, то есть порошок подходит для септиков. И антибактериальный эффект. Дальше по составу, кому интересно, показываю покрупнее, меры предосторожности. Все как положено, очень удобная упаковка. Вот про чернила каракатицы как раз. У нас здесь все с вами есть. И главные особенности. Бережно очищает загрязнение, содержит пятновыводитель, сохраняет структуру и эластичность ткани, то есть абсолютно ее не повреждает. Вещи не выглядят спустя время застиранными. Нейтрализует неприятные запахи, что тоже очень важно. Предотвращает износ стиральной машины, абсолютно не вредит стиральной машине. Машине накипь в процессе эксплуатации не появляется на каких-либо деталях. Дальше полностью выполаскивается, эффективен даже при низких температурах и создает защиту, уменьшающую последующее загрязнение ткани. Это вообще очень классно и инновационно. Открываем с вами коробочку, и что же мы здесь видим? У нас пакет с порошком и мерная ложечка в комплекте, что тоже очень здорово. На автоматическую стирку у нас с вами от 30, по-моему, от 25 до 50 грамм в зависимости от загрязнений. Мерная ложечка у нас с вами 30 миллилитров, от 30 до 50. То есть одна мерная ложечка на стирку. Итого 50 стирок. Сейчас откроем. Смотрите, как выглядит сам порошок. Здесь есть вот такие вот гранулки. Он вообще сам гранулированный, что очень важно для астматиков, для аллергиков. Гранулированный порошочек. И вот такие вот, видите, частички. Они серого у нас с вами цвета. Их достаточно много здесь. По одушке. Очень приятная, деликатная одушка. Девчонки, таких вот, знаете, натуральная, фруктиков с какими-то травами, вот что-то такое. Очень приятная, очень натуральная. Прям
Мне безумно нравится. С обычным порошком здесь у нас расход в 3 раза меньше. Концентраты все-таки это сила. И не занимают много места, и гораздо дешевле выходит их покупать. Экологичный, он не содержит агрессивных химикатов, он не вредит ни одежде, ни человеку, ни животным, ни при дыхании, когда мы вдыхаем, собственно говоря, когда мы пользуемся, вот для астматиков, опять же, это важно, ни при носке. У чернила каракатица еще интересный момент, что этот компонент, он подстраивается под цвета и рисунок цветного белья, сохраняет, восстанавливает естественные краски, исключает эффект размывания границ, когда, знаете, есть такие набивные рисунки различных графических элементов, а и плюс антибактериальный эффект, это тоже сейчас очень актуально, премиальное просто вот качество по абсолютно доступной цене. С вами плавно перемещаемся в ванную комнату, сейчас будем стирать. Только что протерла буквально стол, и здесь у меня гуашь и краски. Отправляем все это дело в стирку. Буду стирать кухонные полотенчики, которые тоже вот так вот выглядят не свеженькими, а обычные полотенчики. И в целом у меня практически целый барабан цветного белья. Я буду стирать на 30 градусах или на 40. Давайте на 40, среднюю возьмем температуру, на 40 градусах в обычном режиме. В обычном режиме с обычным отжимом на 40 градусах. Сколько мы будем класть? У нас здесь много белья. Я думаю, 1,5 ложечки, это будет где-то 40 грамм. Кто-то кладет в отсек, я кладу сразу в барабан. Порошок. Раз. И еще 1/2 ложечки. Даже поменьше чуть-чуть. Вот так 40 грамм, я думаю, достаточно. У меня есть там достаточно стойкие загрязнения. Вы сами видели эти краски. Да. Я не буду добавлять кондиционер. И мы с вами потестируем на момент отдушки, на момент мягкости белья, потому что здесь присутствует полотенце. Это будет сразу видно. Так, все, я включаю машинку, начинаем стирать. Ну что, мои хорошие, я достала белье уже из машинки, оно постиралось. Вот наша с вами салфеточка. Что хочу сказать, очень мягко. Вот я именно по тряпочкам с кухни, по полотенчикам оцениваю. Очень мягко, как будто мы действительно стирали с кондиционером. Как вы видите, гуашь вся ушла. Это у меня уже дырочка здесь. Гуашь и краски, все ушло, все чисто, все замечательно. По аромату. Это такая легкая, приятная одушка. Вот легкая-легкая. Я думаю, что на сухом белье ее не будет совсем. Поэтому, кто не любит ароматы яркие от белья, это вам тоже подойдет. Полотенчик кухонный тоже просто отлично выглядит, посвежел. И полотенце большое, которое я стирала, оно тоже очень мягкое. Вот прям очень мягкое, как будто я реально добавляла кондиционер. Мне очень понравилось. Удобная упаковка, экономичная цена, экопродукт безопасный, отстирывает просто замечательно. Мягкость ткани присутствует, поэтому могу, конечно, смело рекомендовать. Купочки Wildberries очень интересные. Такие вот в коробочке уже начинается эпопея предновогодних подарков. Потихоньку девочкам все заказываю. Так, первое, это заказала Крис трусики. Тут тоже, кстати, подарочек вложили. Трусики шортиками, потому что она по дому бегает, у нас в трусах жарко. И шортиками это как-то, ну, эстетичнее, что ли. 4 штуки, какой-то подарок положили. Сейчас откроем, посмотрим. Дальше, батарейки. Это мне просила Ксюшка заказать. Размер LR44 у нас для домика. Домик, который светится. Бюджетно совсем дешевле, 100 рублей. Трусики тоже бюджетные. И самый классный подарочек. Мне кажется, вообще просто супер. Девчонки, по-моему, Аня в Телеграм кидала ссылку. Я купила девчонку. Слушайте, по-моему, здесь в подарок идет целый пакет. Я что-то не поняла прикола. И вот еще 2 резинки в подарок. Это вместе с конструктором. Конструктор в районе 500-600 рублей. Я уже не помню, за 500 с чем-то, по-моему, взяла. Здесь есть схемы сборки. А в чем фишка этого конструктора? Мне очень понравилось, у меня девочки такой любят. Трубочки плотные, трубочки гибкие. Слушайте, походу, да, целый пакет в подарок. Но это вообще ничего себе. С какими-то другими деталями. Я не знаю, что из него собирать. Из такого тоже так же, что ли. Колеса. Это вообще очень интересно на самом деле. В общем, здесь гибкие плотные трубочки, из которых можно собирать все, что угодно. Количество деталей в нашем конструкторе я смотрела самое оно. Так, сколько? Забыла, девчонки. 400, по-моему. Слушайте, нигде не написано. Да, ну, в карточке товара по ссылке. Посмотрите, по-моему, 400. Да, нигде не написали, представляете? Вот. И мы трубки можно обрезать. Есть конструкторы, в которых трубки уже обрезанные.
То есть 200 там трубочек 20 сантиметров, 200 трубочек 10-15 сантиметров. Я решила, что я возьму набор, где все по 20 сантиметров, и когда нам надо будет, тогда обрежу. Чтобы собирать что-то, иногда нужно обрезать. Режутся они вроде легко ножницами. Можно собирать лабиринты, можно собрать дом, накрыть его каким-нибудь тонким пледом, шторкой то же самое, повесить светодиодную гирлянду, такую, знаете, мелкий, где. И красота, понимаете, красота у детей. Надоело, разобрал, построил дом коту, построил лабиринт себе такой вот, ну, крестюшки ползать будет особенно интересно. Вот это вот крепление, на которые надеваются они как крестиками, видите, такие шестигранные, даже я сказала, на которые надеваются эти трубочки. Дешево и сердито. Вот отзывы на этот конструктор вообще великолепны. Аня, спасибо, я прям вот была уверена, что моим девочкам понравится. А вот сколько деталей они, к сожалению, не написали. Крепление, цвет и так далее. Но должно быть 400. Пересчитывать я уже не буду. Подарок прикольный, то есть тут тоже мелкие трубочки, они гибкие, но они не такие, как трубочки коктейльные, то есть они не ломаются. Эти вообще еще в 100 раз плотнее. Они прям очень жесткий, их согнуть можно, но поломать практически нереально. На ощупь и в отзывах тоже так писали. Вот они гибкие, но их не сломаешь. Не сломаешь, не погнешь. В общем, вещь классная. Я надеюсь, девчонкам понравится. Еще и вот этот подарок. Вообще интересно очень. Что это вообще? С чем это едят? Схемы. Главное, тут нету. Что из этого собирать? Догадайся, мол, сам. Ладно, поищем в интернете. Так что вот так. Рекомендую прям. Вот, мне кажется, многим деткам будет интересно. Вот все, что можно собирать. Шары, машины. Ну, вообще, все, что в душе угодно. Вот они, трусики, все шортиками, мимимишные, такие достаточно плотные, с рисуночками, прям красивенькие такие, 4 штучки. И Паддингтон, по-моему, для Крис такое не смотрит, наклейки в подарок. Томас, Томас, друзья, паровозик, ну куда-нибудь придумают наклеить. За подарочек спасибо. У девчонки упаковывала обратно в коробку. И вот, конструктор называется «Соломинки», 400 деталей, Китай. Вот так. Трубочки Яндекс Маркет. И здесь у меня что? Здесь у меня целых 2 упаковки тампонов Тампакс. Я их люблю, я ими пользуюсь, я без них не могу. И очень крутая акция сейчас на Яндекс Маркете. Не знаю, когда ролик выйдет. Ну, была акция, по крайней мере, точно. Naturella Always и Тампакс со скидкой 20% по промокоду. Пачка вышла 226 рублей, по-моему, одна. Таких цен не было очень-очень давно. Поэтому, конечно, взяла 2 себе в запас. Здесь 16 штук. Нормал. Самый удобный, самый класснючий. В общем, супер. За копейки, считаю, урвала, потому что таких цен уже нигде нет. Так, здесь у меня шампунь упакован. Давно хотела попробовать. Отзывы разные. Кому-то подходит, кому-то не подходит. Сейчас покажу. Слушайте, ну упаковали, так упаковали. Помимо этого толстого картона, еще потом пупырка, еще скотчем был переклеен вот так несколько раз. Носик, чтобы, не дай бог, вот он у меня скотч, при транспортировке шампунь не пролился. Молодцы у нас работают на складе Яндекс.Маркета. Спасибо им за это огромное. Это бренд, как он правильно называется, девчонки, я не знаю, беру первый раз, но уже достаточно нашумевший. Ой, это я ножом порезала, сейчас открывала. Хорошо, флакон весь не порезала. SHM. В общем, ну, довольно-таки такой нашумевший. Самый дешевый шампунь этот был на Яндекс.Маркете. Это шампунь для придания объема. Благодаря легкой гелевой консистенции. Буду завтра мыть голову, расскажу. В общем, выработку себума регулирует, наверное, липидный баланс, да, кожи, головы. Излишки себума устраняет. Может, кстати, иметь и поэтому накопительный эффект. Посмотрим. А, Тефия, Тефия, вот, господи. Именно для объема. Кто-то прям хвалит, кому-то реально объем, кому-то, наоборот, утяжеляет. Поэтому мне стало любопытно, я люблю объем. Ой, как вкусно пахнет. Немножко шипровая ноточка какая-то есть, а в целом свеженько зелено. Свеженько зелено и с шипровой ноткой. Вот, интересный, ну такой достаточно густой. О, какой, видите, гель. А сам флакон мягкий, понимаю, почему теперь вот так упаковали. Флакончик мягенький прям. До конца использовать такие флаконы очень легко. Я не знаю, почему делают твердые флаконы, а некоторые бренды, а некоторые мягкие. Что мягкий пластик дороже или что. Но с мягким пластиком ведь гораздо удобнее в использовании. Выдавливается легко и до конца использовать легко. Носик вот такой. В общем, завтра буду мыть голову, все вам расскажу. Ну и на этом все, мои хорошие. Все ссылочки, как всегда, в описании, в инфобоксе. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Всех люблю, целую, всем пока-пока.